Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы каждый день найдете, что посмотреть по танкам. Все обзоры, новости, анонсы про крутые рулеток, открытие контейнеров и многое другое ждет вас уже на канале и будет ждать каждый день. Подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик. Сегодня посмотрим с вами на рулеточку на Defender'ов. И я не могу сказать, что у меня есть однозначное мнение по поводу данной рулетки. С одной стороны, вроде бы клево и интересно, с другой стороны, дороговато. Сейчас все это дело обсудим и обязательно ее покрутим. В отношении стоимости рулетки. В рулетке, как видите, 20 прокрутов. И суммарно, казалось бы, вроде бы цифры не такие уж и большие, но по факту целых 15 555 голды. И будем говорить откровенно, сертификат на Defender'ов, который является главной наградой в данной рулетке, не стоит таких денег однозначно. Ни один из этих танков не стоит 15 500. Ну как ни крути, даже новый TSL-7, ну не может стоить 15 косарей, потому что это все-таки восьмерка, а не какая-нибудь там хотя бы девятка. Если вы выбьете себе какой-нибудь из этих танчиков и больше ничего из рулетки не достанете, будете однозначно находиться в минусе. Стоит отметить, что дополнительными плюшками в данной рулетке являются контейнеры на нового TSL-7. И если вдруг получится так, что вы выбьете себе TSL-7 и сертификат, и даже прокрутите рулетку до конца, то тогда да, тогда все нормально, вы окупились и находитесь даже, можно сказать, в плюсе. Кроме того, здесь есть сертификат на песочную машину какую-то, и здесь, если вам выпадет тачка, которая у вас была, то, скорее всего, вы получите компенсацию голдой. Почему скорее всего? Потому что среди машин есть такая тачка, как Гризли. У меня, допустим, этой машины нет, как видите, все остальные присутствуют, и он мне очень сильно надо. Но если вдруг у вас Гризли есть, то будьте готовы к тому, что компенсацию за Гризляка вы получите как раз серебром. И это будет дополнительный облом в случае, если выпадет именно эта машина. Также здесь есть три контейнера, собери их все, три песочных контейнера, несколько обвесиков, анимированный аватар, который в целом производит впечатление и символизирует собой семейство танков Defender'ов. Кстати, в отношении семейства танка Defender'ов, ну давайте будем говорить откровенно, никогда такие машины, как U5, не были частью семейства Defender'ов. Это было отдельное семейство U5. Зачем разработчики его сюда вставили, я, честно говоря, не понимаю. Ну а еще больше я не понимаю, что здесь делает Churchill W, который являлся коллекционной машиной, если память мне не изменяет, из одного из батл пассов. Просто потому, что он внешне похож на Defender'а. Ну так, блин, с таким же успехом можно было сюда поставить, ну не знаю, того же самого Шерломейна, который тоже, кстати, внешне, ну очень похож на танки семейства Defender'ов. Ну ладно, положили да и положили, скорее всего сделали это потому, что сделать награду в виде 6 танков, это как-то не совсем. И в таком случае, в любом варианте, если бы вы достали себе этот сертификат, вы бы получили именно восьмерку. А так есть возможность получить у вас пятерочку, допустим, шестерку, ну или семерку в случае выпадения ELS Beast. Я считаю, что добавление данных машин в сертификат в отношении Defender'ов в первую очередь не является подтверждением того, что их теперь отнесли к семейству Defender'ов, так говорить неправильно. Ну а во-вторых, считаю, что это в целом неверно, поскольку данные машины, как я уже сказал, к семейству Defender'ов не имеют абсолютно никакого отношения. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. 50 голды, понеслась. Чего я хочу от этой рулетки? Я хочу от этой рулетки получить себе TSL-7. Очень хочется получить последний, 6-й, недостающий мне для коллекции Defender'ов танчик. Ну и, соответственно, хотелось бы получить из сертификата Гризли. Хотя понимаю, что ни то, ни другое явно не произойдет. Буду ли крутить рулетку до конца, пока неизвестно. Сейчас буду смотреть по тому, что будет выпадать. Ну и насколько меня это будет устраивать. Пока в целом абсолютно не удивлен. Выпадает по 5500 свободного опыта. Причем два раза подряд. Я считаю, что потраченная голда стоит этого. Однозначно, если бы предложили купить мне 11 тысяч свободки за, грубо говоря, 150 голды, я бы согласился. Ну, реально. Нафармить ее, конечно, можно, но все-таки это займет гораздо больше времени, а по факту это всего лишь 3 дня просмотра рекламных роликов. Сейчас забираю иксы, опять-таки идем по самым нижним по стоимости наградам в этой рулеточке. И в целом, опять-таки, меня это не удивляет. Ну, дай мне обвес, я не знаю. Для разнообразия. Нет, получаю песочный контейнер. Будет сертификат или нет? Не будет сертификата. Хорошо, у меня есть еще как минимум 2 попытки достать сертификат из контейнеров. Именно столько их еще у меня осталось. 465 голды. Ну, удиви меня. Удиви меня иксами, удиви меня песочным контейнером. Песочный контейнер.
Если выпадает 3 награды, значит сертификата точно нет. Как я и говорил. Забираем. 590 голды. Но! Ну давай! Еще один песочный контейнер. Дальше пойдут однозначно иксы. Да, забираем. Сейчас будут X10, однозначно. И в целом, как я вижу, рулетка начинается от самых дешевых наград, потом все дороже и дороже, и это все больше и больше меня подводит к убеждению в том, что сертификат получится забрать у преобладающего большинства игроков именно с последнего прокрута. Ну, по крайней мере, если идти стандартной, обычной, я бы сказал, человеческой логикой. Но... Вот сейчас удивлен. Вот сейчас удивлен. Серьезно, почему собери их все, а не иксы? Ну, наверное, для того, чтобы хоть как-то немножко разбавить и добавить какого-то разнообразия. По талисманам у меня не хватает еще 3 талисманов, а значит, с этой рулетки по собери их все я буду в пролете и косарь голды себе не соберу талисманами. Хотя было бы неплохо удешевить данную рулетку хотя бы на 1000. Иксы. Вот. Вот, наконец-то. Дальше будут более приятные награды, если не говорить о анимированном аватаре. Я не любитель аватаров, честно говоря. Теперь давайте посмотрим на секунду на шансы. Контейнер с TSL, между прочим, целых 22,5%. Это круто. Контейнер «Собери их все» сейчас однозначно выпадет. Анимированные аватары. Спасибо большое за анимированный аватар. Но хотя бы на него меньше вероятность выпадения. Сертификат на песочный танк целых... 1,5%. Почему так мало? Ладно, бог с ним. Ну и сертификат на дефендеров 0,28. Какой ужас. Крутим, крутим на 1000. Ну давай, давай мне обвес. Пожалуйста, сглазил. Теслаган падает мне в коллекцию. 350 голды. В рулетке есть такой прикол, что когда доходите до определенного уровня, опять начинаете с более меньшей цифры. Это необходимо, я так понимаю, для того, чтобы игроки дальше не расстраивались из-за того, что сумма идет на увеличение, а такие типа, ох, ничего себе, подешевело, можно крутить. Талисман. 490. 490, скорее всего, дадут еще раз «Собери их все». Удивлен. Даже не буду ничего говорить. Просто хочу открыть молча и посмотреть, что с этого получится. Ничего. Ничего с этого не получится. Просто один из 30 талисманов. Забираем 640 голдовых. Собери их все. Притормаживания нет, значит танка внутри нет. Забираем. Ну и как я говорил, одного талисмана мне не хватает. 775. 775. Опять приближаемся к цифре в 1000 голдовых. Открываем. Нет ничего. Нет ничего вообще. Дешманские награды сейчас выпали до одури. 950 голды. Ну, давай контейнер тогда еще раз. Нет, не дает контейнер, оставлю аватар на память. 1090. Господи, что я делаю, а главное зачем? Зачем я это делаю, я пока не понимаю. Сто голды! Ура! Ура! Я поднял золотишко с этой рулетки. Наконец-то! Хоть что-то вернулось назад в золотую копилку. Открываем. Все. На этом история с контейнерами закончилась. Что я имею? Я имею на финише оставшиеся 3 прокрута, которые обойдутся мне в
больше, чем 4000 голды, где-то 4,5, точно там сейчас считать не буду. Что я за это получу? Возможность забрать гризли и возможность получить хоть какую-то компенсацию за имеющуюся тачку. Кстати, по поводу компенсации, обратите внимание обязательно перед тем, как крутить рулетку, что если вы будете получать машины, которые у вас есть и которые в игре являются премиумными, то логичным вы получаете компенсацию серебром. Но это не совсем логично. Почему? Потому что, когда сейчас был на продаже и есть на продаже набор с дефендерами, там, где можно купить сразу 5 штук за 25 тысяч голды, то там за каждый дефендер, вне зависимости от того, это премиумная тачка или коллекционная, вы получаете компенсацию за имеющуюся машину 3750 золотом. Вот здесь у меня тоже возникает вопрос, почему так? Почему, покупая набор за 25 тысяч голды, компенсация золотом за премы, а получая сертификат, компенсация серебром? Мне кажется, это не совсем справедливо. Пишите в комментариях свое мнение по данной теме. Ну а я поехал крутить рулетку, наверное, все-таки до конца. Уж крутить так крутить в данном случае. Уж слишком много было потрачено, и мне уже теперь совсем стало интересно, что я получу из сертификата на дефендеров и что получу из сертификата на песочные машины. Забираю! На предпоследней крутке забираю себе сертификат на дефендера. Ну что, ребят, открываем, смотрим. Дай мне TSL. Дай TSL-ку, пожалуйста. Я тебя очень сильно прошу. Нет! Вот вам, пожалуйста, то, что я говорил. U5T34. Танк 5 уровня, за который я получаю компенсацию серебром. Серебром, ребят, компенсацию. Я потратил на эту рулетку... если посчитать даже, что я сейчас сделаю последний прокрут и минус 100 голды, которые мне вернулись, я на рулетку потратил 15 455 голды. А с сертификата получил 500 серебром. Вот такая вот прелесть, вот такая вот радость. Ну что, забираем, бог с ним. Понимаю, что... Возможно, делаю глупость, 1800 голды уходит из золотой копилки, забираю сертификат, глядишь, оттуда будет что-то нормальное. Дай мне гризли хотя бы, а? Нет, получаю PZ2G. Забираю себе данную великолепную машину 3 уровня. Честно говоря, не помню, ПЗ-ха была у меня в коллекции или нет. Сейчас посмотрим в отношении того, что я получил. Да, компенсацию получил. 50 золотых монет. Вот такая вот рулетка на дефендеров. Крутить рулетку... Не крутить рулетку, здесь определяйтесь самостоятельно, напишите свое мнение в отношении моих успехов по данной рулетке. Повторюсь еще раз, я потратил, грубо говоря, 15400 голды и, не знаю, не получил из нее ровным счетом ничего. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья, большего везения в рулетках, мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.